очевидно. Точно так же надо банить, я пока не говорил, но за упоминание Хованского. Не потому, что я там как-то к нему отношусь, а потому что это всегда провоцирует срач. Потом за срач придется гораздо больше людей банить. Это не нужно. На самом деле, да, рект. Так, пойдем посмотрим это. Что там? Где она? Господи, я на маленьком экране. Вот эти вот люди там, которые... О, убили, лоль, там и тому подобное. Поиграйте на маленьком экранчике сами. Вот там я уже с вами, собственно, поговорю. Наверное, она не здесь, да? Потому что я ее не вижу. Хотя, на самом деле, я думаю, мне просто нужно душ. Ну, крови. Так, сейчас. Так, это тут делается примерно как... знание безумца, блестящие монеты, камешек. У меня что, крови нету никакой, что ли? Или я уже не помню реально. Что-то вроде недавно играли, а я уже не сильно помню. Ну да, Даша, я знаю, что на Твиче нас смотрят. Написано, что... Название игры поставили. Название игры. Так, секундочку. Эта шняга выйдет на ПК? Нет, эта шняга не выйдет на ПК. Вот. Название трансляции Black. Играет в, и тут нужно писать игру. Вот я вроде как сделал. Нет, у тебя просто написано, что это название трансляции Black. Ну да, но вот, вот это... здесь. Поставь Black в Bloodborne. Ну хорошо. Ну теперь я сделаю... Сейчас, короче, будет тупо звучать. Black Bloodborne играет в Bloodborne. Мне, в принципе, насрать, как бы, лишь бы... Вообще-то банят, вроде, за это блокируют на сутки. Хорошо. Ну, вот теперь вот вроде вот все, да? Не знаю. Ну, теперь надо обновить. Так, хорошо. А, что там, 200к прокакал. Ты думаешь, меня это сильно волнует? Меня это вообще не волнует. У Кирилла тут есть власть. У Кирилла везде власть есть. Так, кучу душ у того мужика прокакал. Да я сейчас могу вернуть, если бы оно мне было нужно. Мало сидели на Твиче, не получится нормального чата с таким количеством людей. О, Black Bloodborne написано. Ну вот молодец, Black, раз Bloodborne-то. Так, я тогда, наверное, не знаю, центральный Ярном, и там надо будет спуститься вниз, да? Артурка на пути становления топовым стримером. Кирилл, это Редин, что ли? Именно так. Клинок огребения, видимо, это его нужно было купить. Но... Не знаю. Я говорю, мы скоро заканчивать будем, потому что мне нужно сегодня этот еще записать пару видео по Everybody, Love Somebody. Black Bloodborne играет Bloodborne. Че, серьезно? Когда новый Turtle Power? Ну ты это спросил у этого, как его... Господи, я забыл, как моего другана зовут. Киноман, у него и спроси. Я тут при чем вообще? Так, where is my souls? Подожди, здесь же, здесь же, ой, короче, я такой думаю, ну, думаю, надо сделать, короче, этот гениальную вообще мысль. Так, подожди, сейчас мне, короче, пожелайте мне удачи, потому что я иду в полный экран, чтобы что-то видеть. Подожди, а где моя? Где моя? Господи, а что все так замылено? Это нормально? Where is my mind? Where is my mind? Where is my... Так, все, прощайте, 200 тысяч душ. Короче, это скотина. А, в нем души были. Ну ладно, хер с тобой. Ох, короче, пососил блоки. Артур, я тебя люблю, я тебя тоже люблю. Тот самый момент, когда Black выводит игры в топ Твича. Ну это ненадолго, ребят, не думайте. Это просто когда новый кто-то приходит с Ютуба на... Там поначалу шумиха, а потом все устаканивается. Так, ну сейчас я должен его отомстить. Сейчас я вспомню управление. Я реально не помнил, как этот контрить-то удары. Это ж пипец. Ну, кстати, спасибо вам за то, что вы там зафоловили меня. Это такое вот модное слово. Типа, я думаю, вопрос там в партнерке теперь не стоит. С таким количеством просмотров и... Ах, сука, верни мои... Ой, простите, верни мои души. Я уже не знаю. Нет, очевидно,
Он не хочет этого делать. Давай, иди сюда. Получи. Господи, я вообще все забыл. Я реально... Здесь, кстати говоря, я видел Эльяс. Есть стример такой топовый шведский. Он спидранер. Он проходит, ну, в свое время Bloodborne, скажем, проходил. Он, короче, здесь как-то так скипает пол игры. Реально, запрыгивает вот сюда. Но это очень долго нужно дичить, чтобы вот сюда попасть. И он, по-моему, это не здесь делает. Он, по-моему, делает это... где-то то ли тут. Ну, короче говоря, он по ящикам запрыгивает наверх. В итоге на этот забор, по нему пробегает вот сюда и падает туда. И в итоге это место, где там Юзефка, клиника Юзефки, помните? Вот, такие вот стало бы дела. Я не знаю, зачем я пытаюсь, мне как бы это не сильно интересно было. Нет, Эльяс. Эладжес, который, да. Но он говорит, типа, англичане не могут прочитать мой ник, поэтому они читают его Эладжес. На самом деле он Эльяс. Давай в ПТ сейчас. Давайте покажу, как ПТ. То есть, Konami, это же те же еще ублюдки. Так, вот у меня библиотека, здесь все мои игры. Так, подожди, не так вот. И здесь у меня есть ПТ. Его как бы даже можно скачать, казалось бы, да? Смотри, нажимаешь «Качать». Но видишь, значок стоит. Больше ее не скачать. Сейчас даже консоли стало быть... Так, продолжаем. Консоли, стало быть, с этим, с установленным ПТ, продаются там чуть ли не на несколько тысяч дороже. Так что вот такие вот, стало быть, дела. Поэтому ПТ я поиграть сейчас не могу, я вам это уже рассказывал. Одень шапку пирамид хеда и быстро спусть... Да я делал это, да это шляпа, не выдумывай. Тратутей! Чё-то... Мне не хватает нежности. Короче, ребята, вы этот... отвратительно себя ведете. Я не про вас, подписчики, вот себя нормально ведете. Те люди, которые просто вот мне напоминают, что я давно уже не играл в Bloodborne, поэтому мне надо бы, короче, вот показать, что вот, мол, все так плохо, там и тому подобное. Короче, в итоге я просто страдаю на начальной локации, поэтому давайте пробежим чуть подальше. Опа-да, самурайское кино. Почему без вебки стримишь? Нету вебки. Есть одна вебка, но она настолько страшная, что лучше не надо. Здорово, пацаны! Здорово! Кого вы там сожгли? Меня не сожгите только, ладно? Поведай наконец фанатам карточных игр твое мнение о Hearthstone. Хорошая игра. Что тут еще сказать? Хорошая игра. Да, блин. Я вообще, короче, мувлиз забыл за меч Людовика и тому подобное. Вов, крутая игрушка, я за Рогу играл. Я тоже за Рогу играл. Сколько я на нее времени убил, когда она еще... Но я не на официальном серваке играл. У нас был уфанетовский сервер. Ну, то есть в Уфе, уфимский провайдер, уфанет. И был уфанетовский геймфорум. Там сидели... короче, такие интересующиеся играми товарищи. Мы с ними там все карифанились и играли, в общем, на серваке одном. Но там было все как на официальном серваке, только он был неофициальный. Вот. Вопрос, проходили ли вы Fallout New Vegas? Да, проходил. Повторюсь, считаю третий лучше, но New Vegas тоже считаю хорошим. Я при этом понимаю, что объективно Fallout 3, он хуже, чем Vegas. Господи, как, когда я вот это вот все вспомню? Давай. Ладно, хер с тобой. Да блин, нажал, короче, треугольник, чтобы в две руки взять оружие. Вот это лол. Fallout 3, он хуже в плане практически всего, если так подумать объективно. Но... при этом я очень много играл в Fallout 3, и после него уже не смог настолько же плотно играть в Fallout New Vegas, потому что там изменений на самом деле было очень мало. Ну, то есть их на самом деле хватало, но все равно мало было. Что думаешь о том, что из... о, господи, вот это вот извечные споры. Из Dark Souls 3 сделали Bloodborne 2.
Хорошо это, я считаю, хорошо. Закрыто устройством с той стороны. То есть, да, двигаются, конечно, достаточно странно персонажи для закованных в броню. Но при этом, если механика будет хотя бы чуть-чуть похожа на то, то это будет вполне себе неплохо. Иди сюда, мой сладкий. Господи. Придурка кусок. Давайте третью шапку сюда тоже. Ага, ага. Так, навстречечку. Рано. Просто Dark Souls, он... Я честно считаю, что... во второй Dark Souls боевка хуже, чем стало быть в первой. Поэтому, ну, опять же, это очень спорно. Тут как бы вкусовщина. У каждого человека свое мнение по этому поводу. Но я читаю вот так вот. И поэтому стало быть... Ой, поэтому стало быть, я считаю, что Dark Souls 3 должен меняться в какую-то сторону от Dark Souls 2. Кто украл мой сладкий рулет? Покопушку украл. Не ошибаюсь, вроде бы ты оставил много заказов в Велине, в Новиграде, в ну, в Ведьмаке. Вернешься? Я же сказал, что вернусь. То есть, если не надоест, а пока что к этому нет никаких сподвижек, то я буду проходить все, что можно в Ведьмаке. Там мир достаточно большой, и до конца этого года мы точно там застрянем. Там уже, наверное, и Fallout 4 выйдет. А мы все будем, короче, вот это вот... Анальная модерация. Ты не знаешь, что такое анальная модерация. Зашел бы ты на мой канал года два назад, когда там я модерировал комментарии. Вот это была анальная модерация. А сейчас порядок просто. Ты просто не видел, что тут было до анальной модерации, как ты ее называешь. Вот. Кого-то слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. А, за мной, по-моему, дичка это полезно, нет? Нет? А, вон там снизу этот. Мы там пробегали с вами. Сколько лет, Артур, сдашь? Это личный вопрос. Не задавайте личные вопросы. Я уже в группе 100 раз говорил. Не задавайте вопросы про деньги. Это неприлично считать другие чужие деньги. А так, готов пообщаться на любую тему. Я, по-моему, зря сюда пошел, кстати говоря. Что 60 секунд? А, Go 60 seconds. Ну, не знаю, я, в принципе, в нем наигрался. Что там еще можно? Ну да, можно, чтобы Мэри Джейн там, короче, стала синим мутантом, и Тёма видел. Пипец. Я такая... Ой, короче, у нее реально на лице написано, что мне на все похер. Ее можно посылать в походы. Ну, это все вроде, что я там не видел. Ну, так, на самом деле, там есть еще, конечно, куча мелких приблуд, но... Ой, зря я полез вперед, как дурачок какой-то. И второй раз полез вперед. А что я делаю? Скажи мне. Слышь? Живой, живой! Давай сюда! Меня давно в группе анально забанили за цитирование Википедии. Ну так цитировал, наверное. Меня застримил много Хердстоун. Я не люблю карточные игры. Ну, Хердстоун мне нравится, но... Я не знаю, кому это интересно смотреть. Как тебе политическая деятельность Зимбабве? Ну, вообще, поразительно просто, на самом деле. Как услышал, удивился. А что там с ней? Будешь проходить Mass Effect 1.3? Зачем? Вы уже все давно прошли сами или посмотрели на Ютубе. Можно, конечно, но... Смысл? В отпуск не собираешься, в сентябре собираюсь, если все будет хорошо. Ну так, ненадолго, недельки на полторы. Мы с женой часто смотрим твое видео, нам очень нравится. Можешь передать привет мне и моей жене Андрею и Ира. Андрей и Ира, привет вам, вы лучшие. Я на самом деле себя очень странно ощущаю в такие моменты. То есть, я же... Кто я такой вообще? Это на улице подходит? Даша говорит, ты говорит, так теряешься сразу, пипец, смущаешься. Ну да. Жду Fallout 4, как хатика хозяева. Возможно. Я примерно так же. Но при этом все, кто поиграли в него на Gamescom, по отзывам там всяких маститых... Ой, меня сейчас грызут.
Опять я отвлекся на базары. Короче, говорят, что это Fallout 3. Свалите нахрен! Занято. Я буду жаловаться спорт лото. Да уйди ты уже нахрен! И ты уйди нахрен! Мешаешь мне чатик читать. Играл в Fable «Потерянные главы». Играл. Вообще самый крутой Fable — это первый, второй. Третий не очень. Ну, кстати, можно будет как-нибудь поиграть. Я просто первую часть, я помню, у меня с детства была мечта этот... вот эти вот там, помните, говорящие двери все вот эти были? Их открыть. Не знаю почему. Господи, на что я трачу свою жизнь? На убийство крысок. Я жалкий человек. Ну давай уже там, я не знаю, пока раздуплится. Так, передай, пожалуйста, привет моей супруге Маргарите. Маргарита, ты классная, привет тебе. По-моему, в Bloodborne есть один очень интересный сеттинг. Стоит... Ты знаешь, я Bloodborne не очень скоро к нему вернусь. То есть я сейчас играю просто потому, что он у меня установлен. А так, по сути, мне он поднадоел за время прохождения. И я еще не успел от него отдохнуть. Хотя, как видите, я уже разучился играть. Да, может быть, и не умел. Вот этим нож. Куда пропали Ведьмаки, Весемир, Иксель и остальные в комментариях? Ну, не знаю, у них спрашиваю. В Кайр Морхен ушли, наверное. Привет из Кишинева. Привет. У меня на самом деле был один знакомый из Кишинева. Но не могу сказать, что он был хороший. Короче, у вас в городе, ты знаешь, живет один козел. Он у меня машину покупал, когда у меня была шестерка. Ну, то есть, какой-то УАЗ-2106. Первая моя. Куда я спрыгнул? Куда я спрыгнул вообще? Ой, вот, короче, вообще не думаю про игру сейчас. И я, ну, она такая, что реально стрёмно. Я ему сразу говорю, ты будешь покупать? Он говорит, да мне нормально, говорит, мне на торговлю там чисто отвезу, говорит, в Кишинев. И тут, говорит, в Уфе тоже будет норм. Я говорю, ну ладно. За 25 тысяч ему символическую цифру рублей продал. Он мне в тот же вечер звонит, хотя днем осматривал всю машину, и я ему сказал, что она уже не новая, и там где-то даже гнилая. Короче, машина, говорит, гнилая, давай деньги возвращай. Я говорю, ты охерел, говорю, что ли? Может, ты там с машины уже все снял? Откуда я знаю? Купил, надо было смотреть. Вот, и потом он мне там угрожал. И тому подобное. Ну, так все было нормально, короче, да. Не могу себя поставить. Привет из Красноярска. Я уже говорил, если я начну всем привет передавать. А вон Тюмень, всем вам привет. Ну, короче, тут уже начиналось, и потом было столько приветов изо всяких разных мест. Хрюшка! Куки! 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 Put that cookie down! О, господи, чуть не убило. Что ты любишь кушать, еду? Будет что-то кроме Bloodborne? Да будет, конечно. Я ее сейчас чисто ради разнообразия. Сегодня тестовый стрим, поэтому играем во всякую шляпу. Привет, из Дема. Привет тебе, земляк. Играем в то, что уже играли. Просто то, что есть на Соньке. Я повторюсь, у меня из тех игр, которые накачал. Зов Ктулху. Cry of Fear. Паранойю вторую. Вот этот сейвер, помнишь, на канале я в нее играл. Короче, ни одна из них... Они все работают, но они все не работают при этом. Господи, слышь, ты этот уже давай там. Привет из Чусового. Слушайте, там же сейчас босс будет. Я вообще не настроен сейчас с боссом драться. Реально. Будешь стримить новый Assassin's Creed на Twitch? Ну, не знаю, если так чуть-чуть, только не на прохождение. Потому что, ну, блин, Assassin's Creed. Я вот сейчас Black Flag до сих пор играю. Мне нравится эта игра, я, короче, смотрел, как Даша проходит. Сам немного играл, а теперь полностью вот сам прохожу. Это просто такая залипота, пипец. Там вот эти вот сундучки все открой, а не откроешь, потом жаба душить будет. Unity точно такой же. Синдикат, я думаю, тоже не будет отличаться. Поэтому, ну так вот, если поиграть чуть-чуть, посмотреть, но не более того. Не думаю, что именно проходить его. Привет, Лира, Panzer Division. О, господи, все, я умер, да?
Короче, давайте на этом заканчивать, наверное, ребята, потому что, ну, я что-то уже совсем не смотрю на геймплей, я смотрю на чат и в итоге уже куда-то упал. Это немножко странно было. Короче говоря, вот такой вот у нас был стрим. Давайте я тут пару минуток еще почитаю. Будут квестики старые вроде Black Mirror? Не знаю. Я еще не знаю, что будет. Ну, то есть... Что будет интересно, на что будет настроение? Здесь в чем прикол, я повторюсь, это в том, что на Ютубе ты на всякую постобработку тратишь, ну, то есть после того, как записал видео, ты будешь уже заниматься там монтированием, рендером, еще много времени потратишь. А здесь ты записал просто, короче, и забыл. Оно само сохранилось на Twitch, и люди посмотрели. Вот. И стало быть, поэтому чисто так вот отдохнуть за какой-нибудь игрой, там игр-то, в принципе, много всяких нормальных, поэтому... Не знаю, что я там буду записывать. Огромное спасибо, спасибо, что смотрели. В Уфе почти 11, да, в Уфе 22:36. Короче, тут все так быстро, что я, скорее всего, не половину, а 90% не увижу того, что вы тут, собственно... Что-то насчет Dragon Dogma я вам рассказывал, когда мы проходили эту игру, у меня проблема была. Диск сломался, второй диск купил, второй диск сломался. И в итоге, короче говоря, по этому прохождению нет уже настроения как-то... На ПК вроде выходит Dragon's Dogma Online. Не знаю, что это такое будет пока. Привет со Стерлитамака. Привет, почти земляк. Спасибо тебе, спасибо. Платная подписка будет? Ну, наверное, будет, потому что это как прерогатива партнерки, но я не буду ее форсить никак. То есть она мне не нужна. Давай в BioShock 2. Давай. Я тоже как-нибудь поиграю потом. Премию Петросяна мне. Ну, не знаю, как-нибудь потом. Я вообще жду, что все три BioShock выпустят на... Xbox One, PlayStation 4, вот тогда я в них еще поиграю. Пока как-то так. Так, что там еще? Устрою ответы на вопросы как-нибудь. Как-нибудь надо будет. Starbound будет еще? Не знаю. Не знаю. Даешь при прохождении Pine New Drive на стриме. Ну, на самом деле, ты знаешь, неплохая идея, но при этом Pine New Drive — вот такая игра, она... Там же ничего не происходит. Если самому не комментировать, то там реально уснуть можно. Там день за днем ты бегаешь по одним и тем же помещениям, используешь одни и те же действия на одних и тех же предметах, и в итоге, стало быть, что-то новое происходит. Бегаешь по этим комнатам, как дурачок. Она очень однообразная. Не знаю, посмотрим. Ртур, ты Twitch? Ртур, Metal Gear создал? Нет. Но надеюсь, в него как-нибудь поиграть. Привет из Украины, привет. Halo 2 будет? Не знаю. Навряд ли, на самом деле. Как ты справляешься с критикой? Я ее не переношу, у меня потом начинает трясти и рвет. И потом я плохо сплю. Так. Что насчет стрима по Расту? Это стрим, это где игра там с голыми членами бегают люди, что ли? Нет. Ну так, можно, но я что-то не понял ее прикол. Там, короче, все бегают, дома строят и херачат друг друга с голыми письками. Не знаю. Так, Ori and the Blind Forest. Ну, я ее первый взгляд делал на канале. Террарию? Нет, что-то как-то мне не понравилось. Видел трейлер Mountain Blade 2 Bannerlord? Это у нас шустрил, по-моему, по Mountain Blade. Я в нее вообще практически не играл. Ну, как-то, не знаю, не довелось. Попробуй Айвона Бизе Бош. Да проходил я ее. Ну, не на запись. Не понравилось. Ну, как не понравилось? Сложно. Ну, нервы пошатало, конечно. Элитка будет. Ну, как-нибудь, может быть. Я сейчас больше, на самом деле, жду этот, как его, Star Citizen. Потому что там и по базе можно ходить. Ну, на самом деле, элитка, я считаю, что она по многим параметрам гораздо лучше. Но Star Citizen, что-то прям очень много всякого разного. Fallout 4 уже отвечал, Hotline Miami для стрима в самый раз. Не знаю, это нужно быть напряженным. Я вот, если я в такое время буду стримить, то я буду расслабленный, то есть уже как кисель буду. Майнкрафт попробуешь? Конечно. Угу. Нет. Нет, ни за что. Так. Семен Семенович. Игнорщик, поиграй в Легенду о драконах. Это Legend of Dragoon, что ли? Так она на Xbox 360, по-моему, скин... Да она вообще тут, короче, не знаю, как у нее, где она, я не помню. Вали спать уже. Какой спать? Мне еще сейчас Everybody Gone to Rapture, потом его еще обрабатывать, чтобы завтра вы посмотрели на канале на ютубчике. Что больше всего понравилось из анонсированного на Gamescom? Подкаст последний посмотри, я там все рассказал. Silence of the Sleep. Кстати, по поводу вот этих игр, которые типа там, вот, Артурка нас кинул.
кинул. Мы делали опрос, а он не проходит. Но сейчас нет настроения. Как будет настроение, я пройду. Ну, что я могу сделать? Не в охотку играть. У меня такое на канале не практикуется. Если совсем уж что-то такое, я прям чувствую, что не нравится. Я просто это бросаю. Поэтому я лучше начну, когда будет настроение под это дело, ладно? Metal Gear Solid 3 многие просят. Вот реально, за него надо будет как-нибудь взяться. Но я говорю, я сейчас Соньку третью продал. И этот... Во, Sunless Sea тоже можно поиграть. Ну, скорее всего, на YouTube. Не знаю. Короче, ладно, ребятки, что-то опять мы с вами засиделись, вопросы уже начинают повторяться. На самом деле я вру, потому что вопросы идут все новые и новые, но надо же как-то отмазаться, чтобы в итоге все. Дай 5, не знаю. Не дам. Ты далеко, как я тебе дам, ты его. Ну да, ладно. Хорошо. Короче говоря, давайте прощаться. В общем, следите за обновлениями на Твичухе. Но я думаю, я буду вот так вот анонс кидать на канал на Ютубе, если что-то интересное будет намечаться. Пока что по планам, ну, где-то там, не знаю, часика так по полтора, пару-тройку раз в неделю сидеть зачем-нибудь. Я думаю, это будет интересно. И буду разбираться во всех этих подробностях того, что у нас, собственно, есть на... Так, давайте музыку включу. Это без музыки скучно. Так, что у нас тут? Во. Вот такая музыка, я думаю, нам пойдет. А только она что-то не грузится. О, норм. Короче говоря, разбираться буду в возможностях Твича. Много всего такого, что откровенно непонятно. Информация о канале, допустим, там и тому подобное. Это достаточно странно. На Ютубе все совсем по-другому. Ну да ладно. Короче говоря, давайте, собственно, прощаться. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артурка. Это был наш первый стрим на Твиче. Всего хорошего. Всем пока. Баянист, Коля комбайнер, замечательно.